соревнования будут, конечно, зрелищны, но и ответственны для нас. Это своя публика, свои зрители, спортсмены, их настраивать не надо. Большое желание есть выступить на этих играх, показать себя. Здесь мы, конечно, наши спортсмены и тренеры как раз-таки могут проявить себя с самой наилучшей стороны и с хорошим настроением уже подойти к чемпионату мира, который будет в конце сентября в Дохе. У нас, конечно, есть явные лидеры, тех, на кого мы рассчитываем. Но не хочется кого-то обижать. У нас, поверьте, очень серьезный резерв растет. У нас есть результаты сегодня такого даже мирового уровня в молодежном возрасте, в юниорском возрасте. У нас была чемпионка Европы бежать прошлого года Эльвира Герман, 100 с барьерами. Вот. У нас будет серебряный призер последнего зимнего чемпионата Европы Мирончик Анастасия в длину прыгать. У нас будет прыгать серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы в Берлине Недосека в высоту. У нас будет в прошлом чемпионка Европы и рекордсменка нашей страны Татьяна Холодович метать копье. У нас растет прекрасная спринтерша Кристина Тимановская, которая имеет высокий личный результат. 110 метров с барьерами Виталий Пароходько будет бежать. Я думаю, что он вполне может побороться и за медаль. Ну и две эстафеты. Две эстафеты. Это эстафета микс, где будут в программе мужчины и женщины 400 метров, 4 по 400 бежать, да? И хант эстафета, где вообще такая сюрпризная эстафета впервые будет проводиться. Смотрите, какое сочетание: 800 метров мужское, 600 женское, 400 мужской и 200 метров женской дисциплины. Все это, конечно, продиктовано в интересах зрителя, чтобы что-то увидеть, отойти каких-то, может быть, традиций. Но, тем не менее, когда будут атлеты хорошего уровня, мирового, европейского, да, это совершенно по-другому будет смотреться. Естественно, мы увидим интересную, захватывающую борьбу.